Всем привет. Так, как-нибудь так пристроиться. Так, раз. Ой! Так, не знаю, как пристроить. Немного, короче говоря, немного готовки. Сегодня у меня чит-дей. Наконец-то, да, привет. Я хочу тут напечь. Такая смесь. Вот, покажу ее. Привет, привет. Я такой не знаю, такой не видела. Смесь для панкейков. Высокопротеиновая смесь для панкейков или для вафлей. Привет. Привет, привет. Get it the soup zilla. Привет. Привет, привет. Ну вот, короче, такая смесь. Значит, ее советуют развести тут с водой. И все. Так, а я хочу ее развести не только с водой. Я ее хочу развести с немного овсянкой. Где продается? Боже ты мой, вообще не знаю. Читаем ингредиенты. Так, глютен-free. Да, так, не то, не то. Вей-протеин-изолят, egg whites, алюминиум-free, baking powder, монокальций, ну, короче, соль, специи, стевия, на стевии, да, я еще не встречала, кстати, смеси на стевии такие. Вот, ну, что-то типа панкейки такие, типа, будут. Оладьи, окей. Вот. Ну, коровы убавь, а тут 6. Ой-ой-ой, что делаю? Да, сейчас посмотрим, что из этого получится. Что это такое вообще? Банка за спиной. Animal pack. Протеин, короче. Не хочу на молоке. Не хочу. Чего? Азизу? Какую Азизу? Могу вас в банке. Вот так вот. По-дружески, в принципе. Чего нет-то? Так. Кто там мясо хочет? Кто-нибудь хочет мясо? Так, я хочу, да? Ну что, смотрим, что она из себя представляет. Это смесь. Так, сейчас. У меня такая домашняя прическа. Так. Ну вот, собственно говоря, тут я налила немного. Немного. Привет. Чем пахнет? Пахнет корицей. Ну, собственно говоря, как они тут и заявляют. Цинамон. Вот. Ну, я знаю, что вам жопой наперед видно, но... Короче. Да? Типа в составе только изолят, стевия и какая-то, да, то, что это превращает. Я не буду это готовить так, как они рекомендуют, только там на воде, на какой-то жидкости. Я сделаю это, я намешаю это с овсяными хлопьями. Овсяные хлопья были у меня предварительно заварены. Сейчас мы насыпем эту хрень туда. Вот она такая. Пахнет она корицей. Ну, что, растворяется. Сейчас мы помешаем. Взбивать не буду, ничего. Все сделаю в это, ну, руками. Не знаю, на что это похоже будет. Что за парашка? Ну, меня угостили. А откуда сами взяли, не знаю. Ну, явно у нас я такого как-то не видела. Не знаю, откуда взяли, даже врать не буду. Так, у меня сегодня чит-дей. Ну, то есть день, когда я ем все, что мне хочется. Вот. Без всяких там...
такая смесь получилась, знаете, как протеина просто насыпала. Зелье, конечно. Сейчас я накормлю этим зельем и сразу как Халк буду. А что прикольно? Лишь бы только без зелени можно не зеленеть. Так-то я согласна. Я не против. Что тут пока в зале занимаешься? Устанешь заниматься, а тут пожрало, разнесло. Ну, причем так, как ты этого хочешь, разнесло. Че круто. От таких зельев-то. А тут 5 лет и прогресса там. 0,5. Ну, грубо говоря, конечно. Обязательно нужные. В принципе, в зеленый, мне кажется, мне пойдет. Я не против. Такой. Будет необычно, правда? Вон, да. А чё на соревнованиях постоянно кто-нибудь зеленый бегает? Ничего, нормально. Пахнет корицей. Почему-то мне еще какими-то яблоками блазнится. Как будто яблоками пахнет. Даже не знаю. Я... Добавлять яйца, не добавлять. Даже не... Добавлять яйца, не добавлять. Не знаю, добавить. Возьми парочку хотя бы. Ну, они пишут, что здесь типа яйца-то есть. Ну, типа egg white. Слушай, мало ли что там написано на самом деле. Добавь хотя бы одно. Сейчас добавим. Да, смотрите, окей, классные тренировки. Не подкачайте там. Такс. Это оттуда? Это что за? Ну, это оттуда. Так, яйца. Сейчас надо треснуть яйца. Сейчас народ будет искать активно в интернете. Ты им покажи обязательно. А я сегодня в Инстаграм фотографировала. Я это, что... А мне кажется, это никому у нас не продается. Что, транслируешь? Да. Ну вот смесь такая, можно ее купить, можно. Вот. Да ради бога, можно месить самим. Деле, просто. Корону надо помешать, мне кажется. Да, я помешаю. А дай мне ложку. На. Тут лезут. Лезут в кадр. Не надо, пожалуйста, в мой эфир. Все куплено, правильно? За эфир надо платить. Я же зато еще пиарюсь, забыла. Не могу показать. Он говорит, не надо мне показывать. Я стесняюсь. Он говорит, я противный, не надо мне смотреть. Да, вот это правильно. Подписчиков тебе распугают. Он говорит, подписчиков распугают. Ой, да мужики, господи. Можно без лица, слышишь? Сними и майку, иди сюда. Не, он говорит, это еще страшнее, не надо людям психику разносить. Пусть тогда говорит, иди сюда, голос молодой. Голос молодой. Он говорит, я бодибилдер, я не могу быть молодым. Народ заинтригован. А что заинтригован? Народ рассказать, что можно есть углеводы и при этом хорошо выглядеть или что? Вон он сидит. Что показать? Я не понял, о чем ты, ну да ладно. Вот. Макароны свои варит. Так, ладно, продолжим готовку. Не знаю тут как приладить. На кофеварку поставь. Если он, ну только если он боком встанет. Да как? Да ну. Нет, неудобно. Он лишь с провода. Провода снять. Как тебе еще не заряжать? Ну да конечно, так бы я поставила. Так.
Да, я в курсе. А вот так, оказывается, можно сделать. Только я не вижу, что читать. Что пишешь, не вижу. Но изображение нормально. Ты отставь мне. Такс. Я пытаюсь как-то приладить телефон, короче говоря. Ладно, пока отключим, буду подключать по необходимости. Что готовлю? Блин, ну так скажем, овсяные типа оладьи, да? Вот с такой вот панкейк. Так, ладно. Так, заведем. Сейчас мы заведем плиту. Мне надо потереть сковородку. Да, сейчас я протру. А мне кажется, скоро начнут продавать какое-нибудь приспособление для того, чтобы поставить телефон, и можно было снимать, ну, 100%. Уже скоро будут шапки тут, ну, ты вставляешь там, и пошел там что-то есть делать. Есть же ботинки для селфи. О, ботинки для селфи? Да, а я чуть не видел. В интернете посмотри, есть ботинки для селфи. Ботинки для селфи, говорят, есть, значит, ну, короче, все очень скоро. Будущее за IT, да? За всякими штуками. Так, ну такая смесь у меня получилась. Иди. Ну и что, как с протеином, то же самое. Один очень похож. Спасибо. Сковородка антипригарная, одна штука. А их не пора выключить? Их надо вообще слить. Что-то кажется, что уже все. Да. Да, я достану здесь. Доставай. Замечательную штуку. Для слива макарон. Была бы такая штука для слива бикини, да? Вот ты раз. Слива бикини? Тут слив бикини просто. Все свои 10 килограмм межсезонные. Состав очень простой этой штуки. Значит, ту смесь, которую я добавила. Все. Надо на холодную. Вообще.
Мне теперь ногти в шоколаде. А потом что-то жижа в тарелку не уходит. Да, в принципе, жижа. Я, в принципе, в форме. Ты вообще такой скептик, слушай. Тебя послушаешь, вообще не жрать ничего не хочется. На завтра ничего не готовила. На завтра-то. На завтра готовил, дорогой мой, себе макароны варил. А я не, я ничего. Я все, у меня более свободный график, и я приготовлю все. Просто сказали, что ты любишь свежую еду, а я могу и четырехдневную давность, ну, да, макароны поесть. Вот ответ на все вопросы. Я люблю приготовить и съесть, а дорогой мой может недельный суп жрать, грубо говоря. Я суп вообще-то не ем. Ну это я так, людям зато понятно. Да, конечно. Я хочу чай. Он скажет, что за лох какой-то суп у тебя есть, хоть бы в качалку отвела, там, я не знаю, научила бы есть. Да-да-да-да-да-да. Ты и так, по-моему, умеешь есть без, знаешь, без меня. Вот, только не знаю, наготовила, а есть не знаю, хочу или не хочу. Хочешь? Потому что я недавно ела и как-то... Не, честно, как-то вот не могу сказать, что хочу. Пусть стоят. Главное, хотя надо попробовать. У меня ничего не стоит. Главное, чтобы в животе ничего не стояло, говорят. Вот. На что я говорю, у меня ничего не стоит в животе. Вот он там месит свои макароны. А что ты будешь делать к макаронам? У тебя мясо будет? Мясо? А, мясо же есть, точно. А мясо, он такое, вот мясо, он такое, это, как... Ну, я, короче, не люблю его мясо, мне оно не нравится. Ну, потому что сухарями. Ну, извините, я вареную грудку тоже жрать не могу без ничего. Он так мелко как-то нарезает на сковородке, туда насыпает специи. Ну, прям мелко, как сухарики продаются. И вот это вот, ну, ему нравится. А я вот, так, это лампа сверху светит. А я вот как бы не это, не особо. Не покажу. Секрет. Покажи мужа. Чего? Ничего. Чего покажи? Мужа покажи. Это не ко мне просто. Нись. Я здесь при чем? Ты-то, конечно, не при чем. На, вот это не забудь ее куда-то. Не забуду. Обычный 60 килограмм живого веса. Он говорит, обычный 60 килограмм живого веса. Да что ты врешь, что не 60? 62. Привет, привет. Привет. Ну, процесс поедания тоже будет? Почему 62? Пока еще ничего не ем. Банан? Так, банан, в процессе. Банан? Да, вот нет, порезать. Я уже ела банан. Я обошрусь. Я и так уже... Ой, господи, этот чит-дэй, это капец какой-то. Не знаю, как люди жрут целыми днями. Для меня это просто... Люди без всяких чит-дэй адово, жрут, блядь, целыми днями. Я уже матюгаюсь. По идее, ты поел, и типа через 2-3 часа надо опять поесть. А сколько назад по времени? 6, где-то 6. Час 6? 40, 2 часа. Час 40, я вообще даже рядом есть, как бы еще не хочу. А ты меня заставил печь эти штуки. Потому что каша уже стоит 200 лет. Да, конечно. Ты ее заварила утром? Я не утром. Лучше расскажи про свой режим сна, людям будет интересно. А что про мой режим сна рассказывать? Ну, сегодня вообще такой день, как бы выходной. Поэтому во сколько проснулась, во столько проснулась, правда? Выходной же день, чего там? Почему бы и не поспать, собственно говоря? Почему не поспать? В зал я сегодня не ходила, кардио не делала. Что? А дай мне чайку. То есть ты в зал не ходишь, кардио не делаешь, только ешь? Да. А что я сегодня? Какой зал у меня был? Блин, надо скидывать завтра. А, и эти не надо. Какой завтра? Писать. Надо. Ну, я ж тренируюсь. А, ну вот она. Хорошо.
Ты просто не хочешь тюлень, вот и все, да? Ого. Скажи честно мне. Не хочет писать мне программу. Ну, целый день не ем. Если честно, я сегодня поела сколько раз? Два. Два раза еще только поела. За сегодня. Зато... Ну, а что как-то? Я первый раз... Целую, обнимаю. Спасибо. Вот. Вот. Отдыхать нужно всем. Я считаю, просто я сегодня поздно проснулась, поэтому поела еще только два раза. Интересно, сколько килокалорий я уже съела? Ты думал, ты меня сейчас спросишь, сколько килокалорий в чайном пакете? Да правда, вот, что буду спрашивать. Совершенно много, наверное, 1000-3. Думаешь? Ну, 2,5, может, где-то. Капец, мне уже жарко. А сколько там? 500 точно. Нагица еще. Да. Колбочка. 500. Да, а что печенье-то есть? А, печенье. Печенье. Но они такие. Мощно. Что подкрутить? Не успела прочитать, отвлекалась. Get it. Субзила. А я утром фотку делала, там пакетик этот есть в кадре, я отметила эту субзилу. Велосипед? Сейчас не тянет. Сейчас нет, не тянет. Все, надо отдыхать. Мозг сказал отдыхать. Поэтому не, ничего не тянет. Может, только на диване лежать. Тянет. И все. На улице очень такая погода вообще. Просто мора стеной. В торговом центре, в котором мы были, народу столько, что меня начинает тошнить уже через 15 минут от всего этого обилия народа. Просто вообще. Все с пакетами, с сумками. Ну что, Новый год? Что? Господи, что это? Живот у тебя? Все, у любого уважающего бодибилдера должен быть живот. Ты не бодибилдер. Не забывай. Ты же вообще просто как его, как сказать? Нет, бодибилдер, у меня сложный путь. Ты даже не выступал никогда. Значит, ты не бодибилдер. Не выступал и нечего бодибилдера ломиться, правильно? Ты просто любитель тренажерного зала и все. Любитель. Вот так, да. Когда выступишь? Ты вот так выступала и чего-то. Не, он просто сидит. А что в итоге? А что должно быть в итоге? Вот я не пойму. Где спонсоры, где отдача? Спонсоры есть. Кто? Титифай. У тебя и таких нет. А зачем мне это? У меня там... А с какого хрена ты тогда бодибилдер? Мне этого достаточно. Фильтруй. Зачем? Ну, я же не говорю, что ты пользуешься. Еще бы ты говорил. А тебе куда ты? Он уже голос за кадром уже наготовил себе макарон. А что ты? Все? Все стандартно. Целую кастрюлю макарон. Будет есть их 3 дня. Это на полтора. А нет, он на полтора дня. Я завтра а что там, пачка? Да. Пачка макарон на полтора дня. Рис басмати завтра. Завтра будет рис басмати на полтора дня. Целую пачку сваришь? Да. Да, целую пачку, полкило. 500 это на день, на самом деле. 500 грамм риса на день. Вареного, да? Да. 500 грамм вареного риса на день. А сколько нет, это... Нет, сухой 500 грамм. А, сухой 500 грамм. Да, конечно, вареный это, ну, это один раз. 500 грамм сухого риса на день. А сколько это в приготовленном? Килограмм практически, да, риса получается? Полтора. То есть ты полтора килограмма риса за день съедаешь? Что ты врешь-то? Ну, да ты не съедаешь. Я меньше съедаю. Ты, вот именно, ты... Оптимально, что ты за 2 дня съедаешь, да? Ну, в день, получается, готового риса 800 грамм. В день готового риса 800 грамм. 800 грамм готового риса в день. Епа. Че? Че, наверное, там в шоке, да? Да, конечно, это же целый таз.
Что, нормально? Это немного, это по объему, это немного. По объему это немного. Сколько это получается углеводов усваиваемых? Вот так как я. А, ну то есть в пачке. А что там на пачке? На 100 граммах. А что узнает, сколько получается? А это получается примерно, то есть в 100 граммах 70 грамм, да? 70 грамм. А в целой пачке... Короче, в день примерно... 70 умножить на 5... углеводов 450 грамм получается. Это получается больше ты ешь. 450, 500 грамм углеводов в день. Ну, блин, я же не какая-то среднестатистическая девочка, которая тебя смотрит. Наверное, ну, нет, конечно. Кушать надо побольше, поэтому что так удивляться. Да мясо нет, 600 грамм в день готово. Мясо 600 грамм в день готово. То есть, чтобы получить 600 грамм готового мяса, нужно затратить сколько мяса? Это примерно получается побольше килограмма, да? Ну, мясо примерно, ну, в полтора раза оно точно уменьшается. Ну, во сколько? Ну, это грамм 900, наверное. 900, не, а мне ну, кажется... 1,3, так, давайте ваши версии. Сколько из килограмма неготового мяса получится готового? Ну вот, я тоже говорю, что где-то килограмм. Килограмм неготовый ты получаешь. Ну, что, нормально получается. 7 штук яиц. После... желтками. Конечно. Почти все желтки. Глупый вопрос, да? Почти все желтки. Все желтки, да. Ну, пост-воркаут мил. Пост-воркаут мил. С утра 200 грамм овсянки сухой. 200 грамм. Ну, это получается... 200 грамм с утра, 200 грамм перед тренировкой. Коробка каши в день. Коробка каши овсяной в день. Вот так вот. Я думаю, качество мы не будем снимать. Ты хочешь снять штаны, показать, насколько ты хорош, да? Это только для тебя. Я других стесняюсь, они будут. Да ладно. Как в интернете выкладывать свои ноги, типа, так это нормально. Нет, ног-то нет. Ну да, тут расход на еду, да. На здоровье. Расход на еду получается такой нормальный. Не прокормить тебя люди-то говорят. Понимаешь? Тазами, мясо. Еще он любит аж, вот эти чебупели он еще любит. И я ни разу не ела эту хрень, я не понимаю, что это. Я даже не знаю, как это на вкус и что это напоминает. Чебупели, чебупицца. Наггетсы, стрипсы, которые в пачках. Так, я на Новый год собираюсь есть. Я на Новый год ничего есть, наверное, не буду. Нет, просто можно, если мясо ты не готовишь, да? Сколько ты весишь килограмм? 92. Но он весит 92 килограмма. Я не могу сказать, что это вот все чисто мясо с головы до ног, но в два раза больше меня, это точно. Хотя он говорит, что у нас ноги одинаковые. Пить, а может быть сухого белого или сухого красного бокал выпью. Я не могу сказать, что мне очень хочется бухнуть, ну, если честно. Вот уж, знаете, положа руку на сердце. А что, на самом деле, не хочешь? Да, конечно. Давай, снимай штаны. Снимает штаны, показывает ноги, говорит, ну, что, мы же с тобой одинаковые. Ну, да, даже размер ботинок одинаковый, собственно говоря, что там. Мужчины тоже как девки. Вот. Хуже девок намного. Да. Как отмечать? Да не знаю, дома. Никуда. Я уже это... Как это сказать? Я такая уже престарелая дама, и меня уже не тащит бегать по улице с огнями или еще там где-то. Вот. Хочется, чтобы было весело. На что тянет из вредности? Да ни на что не тянет. На что не тянет? Нет, сыр — это не вредность. В таком количестве это вредность. В каком? 100 грамм хотели сожрать? Да ты хочешь, я уже не хочу. Хочешь сожрать полкило сразу. Че, не полкило. Да я уже не хочу его столько. Как кальций стала принимать, перестала хотеть жрать сыр по полкило. И сыр вот. Каждый день. Взаимно. Я по гороскопу стрелец. Недавно у меня было день рождения.